Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня быстро по горячим следам отложила все и вяжу вот этот вот топ, который вам понравился, мне тоже понравился. Более того, у меня есть пряжа, поэтому лето на носу, вот из этой я буду вязать, которую я вам показывала, но сейчас все расскажу. Значит, и вот эта вот пряжа, которую я вам рекомендую, но у меня ее всего 3 мотка, и если я ее закажу для этого пуловера, то она придет очень не скоро. И пока она придет, пока я свяжу, смонтирую, и вы пока это все дело закажете, это будет слишком долго. Поэтому приспосабливаемся к тому, что у нас есть. То есть объяснять буду, я могу расчеты параллельно вести как бы и по этой пряже, ну, хотя бы начальные расчеты. Использовать буду вот первую, может, перерисую в течение видео, но пока использовать я буду вот мой черновик, который у меня был рассчитан, в принципе, на мой размер. Первое видео посмотрите по ссылке под видео, и сами расчеты, когда я делала. Ну, можете не смотреть, я сейчас все заново, как бы снова буду рассчитывать. То есть окружность бедер у меня 100 сантиметров, полуокружность бедер это 50 сантиметров. И на припуск мы даем 5-7 сантиметров. То есть ширина я даю 5, ширина у меня, как в этом образце, 55 сантиметров. Что же мне нужно сейчас сделать? Мне нужно по моей плотности посчитать, сколько петель мне нужно. Так, где я буду? Вот листочек мне. Посчитать, значит, итак, у меня здесь должно быть 55 сантиметров. Есть у меня связан образец из, так, образец у меня связан из 25 петель, и в ширину он у меня составляет 14 сантиметров, то есть 25 петель, считаем по нашей формуле, это 14 сантиметров. Мне нужно неизвестно сколько петель и 55 сантиметров. Что мы делаем? 55 мы умножаем на 25, это получается 375, и делим на 14, то есть умножаем вот эти вот два числа и делим на вот это вот, делим на 14. И получилось у меня 97 петель. Вот можно было бы взять калькулятор, почему-то я решила вспомнить школу. Значит, этой пряжей, так, внимание, еще, толщина спиц у меня, сейчас про пряжу все скажу, 4,5 миллиметра толщина спиц, это пряжа, спицы 4,5 миллиметра. И пряжа 160 метров в 100 граммах. Вот это вот. Она такая интересная. Я вам ее показывала, но вы ее не уверена, что купите. Именно эту, потому что лимитированная коллекция. И, в общем, она в составе у нее 75 вискоза. Ищите вискозу. Она очень хорошо падает. И 25 полиэстер. Так, это пряжа. Если вы найдете что-то подобное, можете использовать, если попадете в плотность, можете использовать пряжу. Да и любую пряжу, вы найдите то, что вам нравится, и считайте по моим размерам. Я сейчас вот здесь вот. Здесь я не знаю сколько. Где-то 200 метров в 50 метрах. Ой, по 50 граммах, это визуально я так вижу. Что касается плотности, то здесь 1, 2, 3, 17. Здесь у меня образец 35 петель, я считаю 35. Сколько у нас в сантиметрах здесь? Ну, те же 14 сантиметров, по сути, да? 14 сантиметров. Мне нужно 55. Ой, мне нужно неизвестно сколько петель. 55 сантиметров. То есть здесь я умножаю 35 умножить на 14. А, и спицы здесь я вязала. Здесь у меня 4,5, а здесь 3,5 спицы. Вот на этом образце, на этой пряже.
из этой пряжи она будет такая тоненькая, пуловерчик будет нежный, тонкий, вот красивый будет из этой пряжи, правда красивый. Ну, а из этой вы увидите на мне, он будет более похож на оригинальную фотографию. Сейчас возьму калькулятор. Так, итак, 35 умножить на 55, 1925 получается. Вот, и разделить на 14 равно 137 петель. 137. Опять же, мы умножили вот эти два числа и разделили на это число. То есть, если на 55 сантиметров, либо если мы вяжем этой пряжей, это у нас 137 петель мы набираем, и спицами 3,5. Если вяжем такой пряжей, набираем 97 петель. При этом 97 петель. Если вяжем любую другую пряжей, вяжем образец, и по этой формуле высчитываем, сколько вам нужно петель. И сейчас, пока не загружаемся другими подсчетами, набираем нужное количество нам петель, у меня 97, и вяжем платочной гладью 15 сантиметров, как мы об этом и говорили в первом видео. Если вы его не смотрели, то я вам говорю, что сейчас мы вяжем 15 сантиметров. 5, 6, 7, 8, 9. Итак, я набрала 97 петель и вяжу лицевыми петлями. Еще что я на данном этапе сейчас измерю. Вот, у меня будет небольшое изменение, потому что я здесь считала на 50 сантиметров образец, я же буду вязать 55 сантиметров. И ширина рукава определяю. Ширину рукава я хочу где-то 23 сантиметра. Значит, здесь у меня будет 23 сантиметра. Что я просто сейчас хочу посчитать, добавить сюда вот эти 5 сантиметров разбить. Значит, у меня осталось 2 сантиметра. Значит, вот эту часть я буду вязать 17 сантиметров. Да? 23, 17 и 15 на вот это тут. Там девушка писала, что она не видит там, но я думаю, там обязательно вот этот переход, что там не, что вот так вот связано, как в том зимнем жилете мы вязали. Но мне кажется, этот переход там все-таки есть. Это мое мнение, мое видение. Я так вижу. Фотография одна, возможно, я ошибаюсь. Но я вижу так, что там есть вот этот вот переход для вот этой вот свободности, летучести, потому что я вязала тот же лет зимний, и вот этого там не хватает. Да, там вроде бы как и подобная модель, но тем, что там набран ровно рукав, она в груди получается вот такая вот прилегающая, да, что ли. Ага, этот вот пуловер, он свободный в груди. Поэтому я все-таки более чем уверена, все-таки я склоняюсь к тому, вернее, чем больше размышляю, тем больше убеждаюсь в правильности своей мысли, что все-таки там вот эта вот летучесть есть, ну, то есть эффект летучей мыши. Вот. Ну, посмотрим, я свяжу, посмотрим, потом я вам скажу, я вам честно скажу, вот, стоит это делать или не стоит это делать. То есть на данном этапе я думаю, что стоит. Возможно, я свяжу весь жилет, одену на себя и скажу вам, девчонки, не делайте, делайте ровно, как в зимнем жилете, и все. Вот не люблю эти спицы, они колом стоят и мешают. Надо взять те, которые с AliExpress. Те хоть не стоят колом. Так, ну, в общем, что я хочу еще сказать. Что кромочную вы можете вязать лицевую, можете вязать изнаночной, потому что я буду показывать, как присоединить это все, чтобы не было швов. Вот, чтобы, они там чуть-чуть будут, но минимально как бы швы будут, поэтому я буду вязать изнаночной, хотя можно, или может быть лицевой. Наверное, все-таки я буду лицевой вязать кромочную. Оно и присоединить виднее тогда, куда присоединять при лицевой
петле. Давайте лицевой. Все, видите, на ходу все. Все на ходу, девчонки, чтобы побольше успеть. Я не имею права ошибаться. Так, закрутилась петля. В общем, последнюю кромочную я буду вязать лицевой. Вот. И сейчас вяжу 17 сантиметров без каких-либо изменений. Просто ровное полотно. Вот, все. Вяжем далее. Итак, девчонки, смотрим. Я провязала. Сейчас покажу. 17 сантиметров. Так, учитывайте то, девчонки, вот видите, у меня ровно 17 сантиметров, что платочная вязка все-таки будет обвисать, она потянется еще вниз. Так что учитываем этот момент при измерениях. Вот, значит, теперь я буду делать добавление, то есть свои 17 сантиметров я провязала. И после кромочной воздушную петлю, либо из протяжки предыдущего ряда, добавляйте так, как вам удобно, тем способом, которым вы привыкли. Вот, ну, кроме накида, чтобы не было дырки. Дырка здесь нам не нужна. Вот. В начале, в конце ряда лицевого, изнаночной вяжем без изменений. Вот, и в конце ряда, перед кромочной, я тоже делаю такую же воздушную петлю. Вот, кромочные я провязываю лицевыми. Видно, да, что здесь по краям у нас узелочки. При вязании рукава это красиво оформит край изделия, так что лицевые я решила. И при присоединении, то есть в цельное полотно, это тоже будет очень удобно и видно. Вот, изнаночный ряд вяжу без изменений, в следующем лицевом провязываю, снова вывязываю эти воздушные петли. Все, продолжаю вот таким вот образом 15 сантиметров вязать вверх. Так, девчонки, провязала я, провязала, у меня такой неприятность случилась с моим сантиметром. 2 сантиметра, но у меня вот где-то 30, но я рассчитываю на то, что, да, не рассчитываю, однозначно потянется вот эта вязка вниз, поэтому я на этом остановлюсь. 1,5-2 сантиметра я оставляю как бы на это растяжение. Теперь, то есть я сейчас нахожусь вот этой вот точке у рукава. На данном этапе, сколько я добавила петель, значит, здесь я добавила 22 и здесь 22. По итогу у меня получилось, значит, здесь у меня было 97 петель я набирала. И здесь у меня 141 петля по итогу. Теперь что мы делаем? Нам нужно измерить от локтя до локтя длину, ой, ширину вот этой вот нашей кофточки. По себе меряем. Опять же, отворот не считаем, потому что, опять же, провисание, натяжение, оно нам даст отворот. То есть вот чистую ширину от локтя до локтя. У меня это где-то 110 сантиметров. Снова считаем, сколько же на 110 сантиметрах должно быть петель. Итак, считаем точно так же, как и прошлый раз. Значит, 25 петель это 14 сантиметров, x петель это 110 сантиметров. Я с калькулятором сегодня. Значит, 25 мы умножаем на 110. 25 умножить на 110. Равно 2750 и разделить на 14 равно 196 петель. У меня должно быть 196 петель по итогу. Так, то есть минус
141, которая у меня уже есть. Значит, здесь у меня 5. Здесь у меня 5. Как красиво получается. Значит, добавляем, чтобы разделить на 2, нам нужно добавить одну петлю. 56 делим на 2. Это у нас 28 петель. То есть мне нужно добавить 28 петель здесь. И здесь 28 петель. И в итоге у меня получится 197 петель по итогу. Что я делаю? Я воздушными петлями с каждой стороны добавляю по 28 петель. Да? Видим. Раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь, девять. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Вяжу этот ряд до конца. Вот я их провязала, 28 петель. Теперь вяжу ряд до конца. В конце ряда еще добавлю 28 для второго рукава. И буду вязать до горловины ровным полотном. Вот, кстати, показать вам рукав. Видите, вот этот скос, который я добавляла для мышиности. И теперь добрала рукав. И еще осталось добрать с этой стороны и вязать до горловины. Так, вот довязала я до конца ряда. Теперь набираю еще здесь 28. И все, и вяжу я все вот это вот полотно. Сколько же я буду вязать? Итак, глубину выреза горловины я буду делать 15 сантиметров, да? Больше не буду, потому что потянется все равно, и оно углубится. Значит, а рукав, помним, да, я решила делать 23 сантиметра, то есть вот эта часть у меня до сгиба 23 сантиметра. 23 минус 15 это 8 сантиметров. То есть отсюда, с этой точки до выреза горловины, я вяжу все вот это полотно ровно 8 сантиметров. То есть от ширины, высоты рукава отнимаем глубину горловины и получаем 8 сантиметров. Так, провязала я. Вот, хорошо, что мне в подарок сантиметр прислали. Я так благополучно свой разорвала. Не обидно, короче. Ну, ой, я не привыкла здесь. Синичка. Обидно, в общем, ну, что поделать. 8 сантиметров. Вот у меня даже сейчас чуть побольше. 8,5. Ну, в общем, 8. Итак, девчонки, теперь мы будем разделять вязание для V-образного выреза. У меня 109, помним, да, что одну петлю я добавила для симметрии, чтобы здесь было по 28. Итак, здесь у меня 197 петель. Если разделить пополам, то это получается 98 и 99, правильно? И 99. Это значит, что нам нужно, чтобы здесь было 90 и здесь 98, и здесь 98, вот, вот эту точку, чтобы было одинаково. 98 и 98. Вот одну петлю вот здесь вот мы 99-ю сократим, у нас останется по 98. Тем самым мы разделим пополам наше вязание и будем вязать отдельно теперь каждую половинку и выполнять
V-образный вырез. Значит, сейчас я считаю 98 петель. 3, 4. Так, 98. И теперь вот эту петлю я сокращаю, то есть провязываю вместе со следующей и считаю заново. Здесь у меня будет центр вязания. Вот. Разделение вот на V-образный вырез. Так, вяжу до конца ряда и следующий ряд до вот этой вот точки. Отметьте ее маркером, чтобы не потерять, если что. И изнаночный ряд. И вот, вот они мои две вместе, здесь вот видно. И это будет моя кромочная, ее я тоже провязываю лицевой. Вот, и поворачиваюсь, то есть эту часть я оставляю, а эту часть я вяжу. Теперь после кромочной я в каждом лицевом ряду со стороны выреза, то есть под, от центра, со стороны центра дела, провязываю 2 петли вместе. Вот я их провязала лицевой, тем самым буду сокращать петли. И таким образом, сокращая петли, в каждом втором ряду я вяжу вот высоту моего рукава. Высоту рукава я меряю вот здесь, вот в этом месте. То есть сейчас у меня это 9 почти. Ну и соответственно вяжу, пока не будет 23 сантиметра. Вот. Итак, мои хорошие, смотрите, вот мой вырез. Значит, сократила я 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 23 петли. Вот здесь вот у меня сокращено 23 петли. Вот. Теперь я перехожу вот на спинку, и здесь мне нужно добавить петель 5. Я добавлю, остальное я сделал вот таким вот образом, вырез сделали. Так, сейчас я начинаю добавлять. Здесь я цепляю маркер, чтобы понимать, где у меня начало рукава и где конец рукава, вернее, ну да, где половина рукава. Вот здесь я вот цепляю маркер. Вот он, то есть вот это, вот эти 23 сантиметра. Теперь я уже перехожу на вторую половину. Сейчас я перехожу на спинку. Для этого вот я закончила сокращение, теперь я буду делать добавление. Теперь я буду добавлять воздушную одну петлю в этом лицевом ряду. Вот, раз 5, не больше. Небольшой вырез делаю, ну как бы углубление сзади немного рядов, ну, петель 5. Так, смотрим, вот видите, 5 раз я добавила, то есть 10 рядов провязала, и вот у меня получилась половина горловины. Видите, вот это здесь точка, наше плечо, то есть переход на заднюю как бы часть. Теперь я обрезаю ниточку здесь и перехожу на, это у нас правая полочка. Да, если так одеть, а здесь левая. Так, на левой полочке, ну да, все правильно. Так, левую полочку, девчонки, мы будем закрывать петли в изнаночном ряду, потому что вот здесь вот у нас получается, мы вяжем изнаночный ряд. Так, первую петлю я провяжу, это только сейчас, а потом уже не буду, чтобы нить закрепить. Вот эту нить я просто потом продеваю. Изнаночный ряд. В этом на левой полочке мы будем закрывать петли в конце ряда лицевого. Здесь у нас приходится вырез горловины на конец ряда. Так, изнаночный ряд я провязала, теперь лицевой. Так, вот я довязываю до конца ряда. Здесь я перед кромочной закрываю 2 петли вместе. И последняя кромочная, то есть в конце ряда, вот здесь, со стороны горловины, я это
делаем. Вот. И вяжу, пока не закрою 23 раза по одной петле. Ну, точно продублировав уже связанную полочку. Так, и так вот связала я и вторую часть, девчонки, видите? И восстановила 5 петель. Вот. Вот оно, вот оно. Теперь мне нужно соединить это все вязание. Для этого мне нужно добрать петли. Сколько же петель мне нужно добрать? Сократила я 46 петель. Минус 10. Это 5 и 5 я добавила тут по 5. 5 и 5. И осталось 36 петель мне нужно по спинке добрать. Набирать я буду при помощи крючка. То есть вот эта вот часть, мне сейчас ее нужно будет добрать. И тем самым я соединю все вязание. Добирать буду при помощи крючка. Значит, каким образом? Сначала я захватываю нить крючком, да? Теперь нитью обвиваю спицу. И захватываю нить за спицей, провязываю цепочку крючком. 2, 3, 4, 5, 6. Регулируйте натяжение. Так, 36. Ой. Так, и последнюю 36-ю вот я одеваю с крючка. Итак, у меня 36 петель. Почему я не набрала обычным способом, как я набирала на рукава? Потому что здесь мне не нужно, оно там растянется очень сильно. Мне не нужно вот это вот сильное растяжение, как бы у горловины. Мне нужно, чтобы оно держалось в куче, так как обвязок у нас не будет. И еще хочу показать, как я соединяю при этой пряже нить. Может вам пригодится. Вот эта вот пряжа, которая связана таким вот шнурком. Что я делаю? Это можно делать иглой. Я делаю тонким крючком. Я продеваю вовнутрь нити, видите, этот крючок. И цепляю вот обрезанную нить и продеваю туда. Иглой лучше, но у меня с таким широким ухом нет иглы. Протянула, видите, все. Теперь я вот так вот затяну, теперь вяжу основной нитью, а потом вот эту вот часть я просто обрежу. Все, я соединяю вязание, и у меня не будет узла, девчонки. Вот это вот лишнее я потом просто обрежу. И здесь, в этом месте, у меня не будет узла. Так, и теперь я вяжу все как бы одним полотном. Далее. Так, девчонки, на данном этапе я нахожусь в этой точке, где нужно присоединять уже вот эту часть, где у нас закрыты петли. Значит, у меня закрыто 28 петель, и здесь мне нужно 28 сократить, потому что я вот эту вот часть провязала. Вот 23 сантиметра вот здесь. И здесь у меня 23 сантиметра. Так как модель свободна, я не добавляла росток. Вы же на свое усмотрение
Можете добавить 2 сантиметра к этому вязанию, но я этого не делала. Значит, как выглядит моя деталь сейчас? Вот таким вот образом. Здесь по центру у меня горловина, здесь 2 рукава, вот рукав, вот эта метка половины рукава, то, что я отмечала, вот она, и вот эта вот деталь, вот второй рукав, здесь он мой был на спицах и слетел. Так, думаю, понятно. Вот в чем преимущество мини-мастер-класса. Вот у меня вот это полотно, да, вот этой вот разметки, такое большое. Сейчас я буду в этих местах присоединять. Я думала, что эту часть я оставлю открытой, потом это все дело сошью, но все-таки я решила, что я буду делать полностью, как бы цельновязанный, без единого шва. Так, и что я буду делать, девчонки? Вот теперь смотрите. Важно, чтобы лицевая сторона осталась внутри, потому что мы сейчас начинаем вязать по, как бы, этой стороне. Так, и я беру, вот смотрите, я беру петли на спице, и я, как бы, подгибаю рукав, вот горловина, и вот он, рукав сложен, то есть сложено у меня в этой точке, в этом месте, и я сейчас буду закрывать одновременно петли и сшивать. Каким образом? Так, значит, я буду подхватывать вот здесь вот эти набранные петли, да, вот она, первая, вторая, третья, четвертая. Так, значит, 28 петель мне нужно закрыть. Беру одну отсюда и одну отсюда, возвращаю на спицу, чтобы удобнее было, и провязываю вместе. Теперь поднимаю отсюда одну петлю, петлю набора, возвращаю петлю, третью, и провязываю 3 вместе. То есть закрываю петли, следующую петлю одеваю. То есть я, в принципе, закрываю петли, но помимо этого я еще добавляю одну петлю вот отсюда, чтобы соединить эти детали. Вот. Итак, так, здесь у меня сколько закрыто? 3. Теперь я 4. И 28 всего. Смотрим на то, сколько мы набрали петель. 4 и 28. Все, я закрыла 28 петель. Теперь вот они, те петли, которые я набрала. Дальше вот видно, что уже идет этот скос. Ох, и неудобно, девчонки, ей-богу, перейду все на мини-версии вязать, вот правда. Вот 28 петель я сшила. Теперь далее у нас идет скос, вот этот вот или этот, с какой стороны, неважно. И теперь я вяжу до конца ряда без изменений, и в начале следующего ряда я сошью вторую часть, второй рукав, и буду вязать далее, при этом присоединять, девчонки. Так, довязала я до конца ряда. Теперь, вот теперь, все так же мы сложены пополам, в смысле, только теперь вот рукав у нас находится перед работой. И мы делаем то же самое, только вот здесь вот у нас находится наше вязание, и поднимаем первую петлю, провязываем 2 петли вместе, и далее будем провязывать по 3. Теперь уже проще. Так, 28, все, есть второй рукав,
Вот он. И теперь я продолжаю. Вязание снова до конца ряда. И в конце ряда за кромочную я буду сшивать это все, плюс еще делать убавки. Так, теперь, девчонки, в конце каждого ряда, вот сейчас я довязываю до конца ряда, мы за кромочную будем присоединять. Вот, я довязываю до кромочной. Значит, это мы делаем в конце каждого ряда. Вот она кромочная, и кромочная с этой детали, вот мы ее вязали для этого лицевыми петлями, чтобы нам хорошо их было видно. Вот мы ее поднимаем и провязываем вместе с кромочной. И в следующем ряду это будет вот эта вот кромочная, вот эта вот петелька, далее вот это. Теперь в начале ряда, после кромочной, мы делаем 2 вместе сокращения. И тоже в начале каждого ряда, пока у нас не останется то количество петель, которые мы набирали. То есть в моем случае это 97. Убавляла я, вернее, добавляла я по 22 петли, то есть убавок у меня будет по 22 с каждой стороны. При этом я буду присоединяться, одновременно убавлять и присоединяться к детали переда. Здесь в конце ряда делаем то же самое, довязываем до конца ряда. И кромочную мы присоединяем к кромочной передней детали. Вот таким вот образом. Теперь здесь после кромочной провязываем 2 вместе и так далее, продолжаем до 97 петель, то есть до начальной цифры. Так, хочу вам показать. Вот видите, я присоединила по боковушкам уже и дошла до 97 петель своих, как бы, изначальных с этой стороны. Видите, вот он скос, это делала я убавление, вот, и по косой вот оно добавлялось вот таким вот образом и сшивалось одновременно. И теперь я вяжу ровно, то есть я все делаю то же самое, присоединяю за кромочные в конце ряда, но я не делаю здесь вот сокращения, вот все просто, и вяжу до, прям до финиша. Так, вот, девчонки, и все. Я довязала до конца. Видите, присоединила я все уже. Мне осталось только закрыть петлю. Вот здесь вот у меня нить. Я ее привяжу прям узелком к основной детали. Вот, потом я ее вот здесь обычным, совершенно обычным способом, провязывая по 2 вместе, я закрываю петлю. У меня получается вот такой вот ровный край. Тоже следите за тем, чтобы он не затягивал, да, чтобы было аккуратненько все и не стянуто, вот, чтобы он был пластичный, не сильно растянуто, ну так, чтобы была свобода, как бы. Так, дохожу я до второго конца, как бы, второго бокового шва.
Так, и здесь, когда последняя петля, вот смотрите, я еще здесь подниму как бы одну дополнительную, чтобы все красиво присоединить. И последнее провязываю 3 вместе. Вот. Теперь обрезаю здесь вот. И крючком просто продену. Вот. И затянуть наизнанку. Основная деталь, еще вот это затяну подальше и обрежу. Все, мы обошлись без единого шва. Единственное, что мы сделаем иглой, пришьем пуговицы потом. Так что у нас вот такая вот интересная бесшовная жилетка топ-туника. Вот. Что касается еще планки, девчонки, вот я на манекене вам покажу, конечно же. Вот что я хотела сказать. Вот видите, сейчас она кажется короткой, но под своим весом платочная вязка потянется вниз. Поэтому учитывайте, пожалуйста, учитывайте по своей пряже, как оно будет. В общем, так, теперь планку, перемычку. Вот смотрим здесь, сколько мы хотим ширину. Вот я смотрю, вот она где-то такая. Вот прекрасно, 20 петель я наберу. Кстати, в первом видео я говорила, что я там как бы делала с углами, но потом присмотрелась, все-таки там просто обычная такая планочка связана без никаких прибамбасов. Так что я свяжу абсолютно обычную такую полоску, как в оригинале. Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Вот, из 20 петель я свяжу такую вот, наверное, две петли. Еще на всякий случай две петли наберу, девчонки. Сейчас я потом вам измерю, сколько у меня она в сантиметрах будет уже в готовом виде. Вот так, 22 петли у меня, и я вяжу платочной вязкой. Так, вот я связала эту планочку, девчонки. У меня здесь 11 рядов. И по ширине это 13 сантиметров, и высота ее 3 сантиметра. Вот такая вот планочка, которую я пуговичками закреплю на топ. Вот он мой финальный результат, девчонки. Пришила я 2 пуговички. Потянулась у меня вниз тяжелая вот эта пряжа, поэтому учитывайте, пожалуйста, очень-очень как бы внимательно вот это вот растяжение, что оно растянется. Вот он рукавчик. Потянулась. Вот так вот выглядит топ, девчонки. Общая картина. У меня он тяжелый, конечно, потому что такая пряжа. Если из тоненькой какой-то, ну вот из этого бамбука, будет такая легкая воздушная туника. И, кстати, завтра либо послезавтра сниму вам еще один экспресс-обзор. Вот им точно по такому же принципу связан пуловерчик, тоже очень красивый, симпатичный, летний такой. Немного другой, он такой воздушнее и легче. Но вот именно таким же способом. Поэтому, кто
посмотрит это, посмотрел, кто посмотрел это видео, с легкостью разберется с тем. Вот я же говорю, завтра или послезавтра выложу новое видео. Ну все, вот он, вот он, вот он. На сегодня, девчонки, все. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока.